Сегодня в нашей стране почтили память тех, кто не вернулся из боя с огнем. Торжественные мероприятия прошли и в нашем городе. На них пришли как действующие сотрудники, так и ветераны МЧС. Некоторые привели детей и даже внуков. Для собравшихся это не просто традиция. Почетный караул и возложение цветов к мемориалу значит для большинства, что их боевые товарищи не забыты. Традиция сложилась в 2013 году. И вот уже почти 10 лет в последнюю пятницу апреля вспоминают о погибших на службе пожарных. В феврале прошлого года в результате возгорания на складе запчастей на Калинина погибли 3 сотрудника МЧС. Командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жаунерчик и сержант Максим Рябцев. Профессия пожарного спасателя, она в любые времена была всегда связана с риском для жизни. Достойно помнить этих людей – это наша святая обязанность. В свое время, когда открывали памятник, я написал такие стихи в честь его открытия. «Злой огонь усмиряя» – это эпитафия. «Себя не жалели, человека спасая, на работе горели. Вы успели построить в душе свой храм и погибли. Всегда память светлая вам».